В Смоленской области стартовала операция «МАК-2018». Она направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов, запрещенных к выращиванию наркосодержащих растений, перекрытию каналов незаконной их транспортировки, выявлению и задержанию перевозчиков и наркосбытчиков. В связи с этим УМВД России по Смоленской области обращается к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах торговли наркотиками, использования жилых помещений для их потребления, а также незаконного выращивания мака, конопли или места произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Сообщайте об этом по телефону, который вы видите на экране.